Даю свет, господа, несу просвещение в массы. Значит, смотрите, сейчас мы делаем специальный мануальный массаж, проходим обучение, тренинг у нас, да, и у нас в спину входит, ну, как бы спина, от ягодиц до головы включительно, да. Мы уже размяли спину, по секторам разбили, да, лопатку, ягодицу, поясницу по отдельности, и теперь переходим к шее, да, но по принципу эргономики, не делаем лишних обходов вокруг стола, не отрываем, стараемся как можем реже отрывать руки полностью от тела, да, вот даже когда я говорю, я все равно контакт с подсознанием пациента держу. Вот, когда мы закончили, да, мы проговорили, что чтобы он положил руки теперь под голову, лбом на руки. Пока он это делает, мы в этот момент подходим к шее и начинаем вот у основания черепа, сосцевидные отростки, да, вот начинаем их пальчиками, вот так вот пальчиками проминать мягенько, пока мягенько всю шейку и уводим вот туда лимфу под. Вот, вот эти мышцы трапециевидные с накатом сверху. То есть, если смотреть по нашим зонам, да, вот все движения мы делали снизу вверх по секторам, да, и только вот у шеи будет сверху вниз, да, у черепа сверху вниз, и у уха жаса тоже сверху вниз. То есть до этого мы как бы повышали давление, теперь немножко остужаем человека, да. Теперь растирание. Инвертируем ладони вот так вот. И от основания черепа сверху вниз, видите, уже движение. Быстро растираем, трапеции растираем и растягиваем трапецию. Выжимка такая. Можно сделать с ладонью. Раз, два, три. То есть я как бы вот тут, тут, вот тут растянул. И с этой стороны. Раз, два, три. Есть люди, такие, у которых руки помощнее, да, они прям могут как ладони вот так вот все это вот растягивать. Вот, пока я это все делаю, я незаметно для пациента обошел с другой стороны. Это у нас идет сет номер один. Начинаю растягивать, растирать плечи. То есть это не массажное движение, ну, в смысле, не разминание, а растирание. То есть вы должны быстро и слышать такой шелест. Уводим пальчики в ямочку между акромиальным отростком и ключицей. Акромиальный отросток, его видно вот тут, как бы вот он такой, плюшечкой такой, плоскостью. Вот эту точку прожимаем. И дальше обходим его, и к нему крепится дельтовидная мышца вот так вокруг него. Вот мы их большим пальцем отжимаем, отделяем мясо от костей, отрезаем. И уходим вокруг лопатки, как бы такие перышки рисуем. И завершаем опять в исходной точке здесь. Прием начинается, называется крылья Купидона. То есть мы как бы крылышки вот так вот нарисовали. Крылья Купидона. Натянули на себя трапецию. Если у человека холка, да, с ней можно отдельно проработать и достаточно жестко. Как я говорил, тут даже можно и костяшками пальцев, и простучать ее. И вот кровь от нее отводим в сторону. Теперь от центра к периферии мы работаем. От центра к периферии. Можно там всякие дополнительные аппаратные методы использовать для этого. Ну, не будем на прохолку останавливаться. Есть у меня на канале видео конкретно прохолку, там посмотрите. Теперь вот раздвинули лопаточки, да, в сторону, вот я уперся в ось лопатки идет, да, вот я в нее уперся, раздвинул ширину, обошел теперь уголок лопатки, чтобы не было больно, потому что тут вот хрящик, по нему больно. Развел руки вот так вот и пошел колесить до самого крестца. Уперевшись в него, провибрировали с декомпрессией в ту сторону, в сторону ног. То есть этот прием называется бронетранспортер, спустился с горочки и забуксовал. Заглох, короче.
Следующий прием называется канделябр, еврейский канделябр, минора. Мы рисуем основание канделябра, рисуем стержень, и от него пошли вот эти вот подсвечники. Видите, вот так уж. Прямо видно на коже. По очереди, теперь уперевшись в подвздошные кости, мы их декомпрессируем назад. Какой-то уже третий получается проход. Опять рисуем минору. Посередине вот девятый недостающий подсвечник. Вокруг оси стопоздошников аккуратненько. Уперлись в крестовое подвздошное сочленение. Вот где кость, это подвздошная кость. Ну, вот ямочки, да, это подвздошная кость. Вот их обошли, как бы вот оно, вот сочленение. Его растрясли и зажгли подсвечники. Свечки зажгли. Далее уперлись в таз целиком и растянули его обратно. А по диагонали упираемся опять в ось лопатки. И вот диагональное растягивание. Декомпрессия продолжается у нас. Во всех случаях мы пытаемся растянуть тело человека и особенно позвоночник. Потом вот эту нашу нарисованную картину стираем. Мягко так стерли. И переходим к сету номер 2. Но об этом будет в следующем видеоролике, поэтому не отключайтесь от нас. С вами был Олег Алавгудвин. Подписывайтесь на канал и обязательно ставьте нам лайки.